Мы часто покупаем товары или же прибегаем к услугам, где нам предлагают приобрести 2 в 1, а иногда и 3 в 1. А задумывались ли вы, что один грех может таить в себе множество других? Так, общаясь со своими друзьями и знакомыми, мы можем забыться, и тогда наш разговор, перейдя грань дозволенного, может таить в себе сплетни, злословие и клевету. К сожалению, сегодня подобное явление уже стало вредной привычкой современного общества. Однако пугает больше не само явление, а масштабы последствия, как в этой жизни, так и в мире вечном. Так что же такое клевета в нашем понимании? Ложь, распространяемая с целью опорочить кого-либо или что-либо. В Священном Коране термин, означающий клевету, звучит как «бухтанун». Несомненно, клевета, ровно как и ложь, чужда исламу. Но как порой тяжело сдержать свои эмоции и вовремя сказать самому себе «остановись». Это грех, ведущий к пламени ада. В такие моменты мало кто из нас задумывается о последствиях своих слов. А зря. В Священном Коране есть сура Аль-Хумаза, название которой переводится как «хулитель» или, говоря простым языком, «клеветник». А начинается эта сура со слов «горе каждому хулителю и обидчику». В другом аяте Творец предостерегает нас, его непременно вергнут в огонь сокрушающий. Да, без сомнений, клевета и злословие – это тяжкий грех. Это вновь и вновь подтверждает Священное Писание. В суре «Ан-Нур» – свет, Всевышний Аллах Тааля говорит нам: «Вы распространяете ложь своими языками и говорите своими устами то, о чем у вас нет никакого знания, и полагаете, что этот поступок незначителен, хотя перед Аллахом это великий грех». Другой аят гласит: «Почему, когда вы услышали это, ложь, клевету, вы не сказали: нам не подобает говорить такое?» Создатель предупреждает нас, что даже услышавший клевету должен праведным образом остановить лжеца и сплетника. Всевышний Аллах Тааля даровал нам язык не для того, чтобы мы распространяли клевету и ложь, ибо они порождают раздоры и конфликты между людьми, тем самым люди уже идут на поводу у шайтана. Всевышний увещевает нас в Священном Коране: «Скажи моим рабам, чтобы они говорили наилучшие слова, ибо дьявол вносит между ними раздор. Воистину, дьявол для человека явный враг». Сура Аль-Исра, 53 аят. Задумывались ли вы, что лишь одно неправильное, дурное слово может лишить вас не только верных друзей и приятного общения, ведь никто не захочет быть другом клеветника, но и сладости райской обители? И подтверждением тому являются слова нашего дорогого пророка, пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, который сказал: «Кто защитит свой язык от злословия и дурных слов, а свои интимные органы от прелюбодеяния, я гарантирую ему вход в рай». В завершении нашего разговора мне бы хотелось привести еще один хадис. Передается от Абу Хурайры, да будет довольным Аллах, что посланник Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «Знаете ли вы, кто такой банкрот?» Сподвижники ответили: «Банкротом среди нас называют того, у кого нет денег и нет имущества. Пророк, мир ему, сказал: поистине, банкротом из моей общины окажется тот, кто придет в судный день, он совершал молитву, соблюдал пост, отдавал закят, но при этом оскорбил того, оклеветал этого, присвоил чье-то имущество, пролил чью-то кровь, кого-то ударил. И тогда что-то из его благих дел отдадут одному, что-то другому, а если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми своими долгами, то возьмут из грехов обиженных им людей и возложат на него, а потом бросят в ад». Сплетничая или распространяя клевету, мы вредим в первую очередь самим себе. Представьте себе, что в судный день мы предстанем перед всемогущим Аллахом Тааля и встретимся с тем, про кого мы клеветали. Что же мы скажем Всевышнему в этот момент?
Давайте задаваться этим вопросом каждый раз, когда появится хоть малейшее желание оклеветать кого-либо.